ко дню основания Гагаринского района состоялся турнир по мини-футболу среди детей 2011-2012 годов рождения. В состязании участвовали 11 городских команд, а также коллектив из санаторного поселка Мисхор. Игры проходили на поле спортивного комплекса «Патриот» в течение 3 дней. Финал соревнований состоялся 1 ноября. Я хочу отдельно поблагодарить команду «Мисхор», которая согласилась и каждый день ездила к нам на турнир, проявила тоже свой характер. Было много и победителей, я считаю, не было проигравших. Были многим деткам медали, много деток было. Лучшие игроки в каждой команде. То есть, я считаю, этот турнир прошел на высочайшем уровне. По итогам напряженного противостояния первое место в группе юношей 2011 года рождения заняла команда «Торпедо» из 3-й спортивной школы. Второе место за клубом «Спортивное поколение» закрыл тройку призеров коллектив «Спартак». Среди младшей группы участников «Пальма первенства» досталась команде «Спортивное поколение». Серебряный призер – детско-юношеский футбольный клуб «Севастополь», а бронза турнира – за командой футбольного клуба «Жемчужина». Помимо кубков, медалей и грамот, победителям и призерам вручили комплекты футбольной формы. Остальным участникам праздничного турнира подарили манишки. Награды и ценные призы для юных футболистов подготовила местная администрация Гагаринского муниципального округа. Участники все были довольны результатами. Призы получили все футболисты, все команды. Результатом мы довольны. Самое главное, что в дни каникул наши дети занимались спортом, занимались физкультурой и поднимали свой уровень спортивного мастерства и футбольного мастерства. Добавим, что в этом году, 13 ноября, Гагаринский район отметит 44-ю годовщину со дня основания. К этой знаменательной дате гагаринским муниципалитетом запланирован ряд культурных и праздничных мероприятий.